Аутист. Я выжу танк. Это танк, который уже убит. Сейчас я заезжаю, мне дают пизделей. Хороший расклад. Помощь на Б, помощь на Б, срочно. Нужна Б. Я видел, там пальмы все попадали. Там пизда, там такие волны упали. Помогите. Что это такое происходит здесь? Артхаус какой-то, театр абсурда. Дмитрий. О. You should wait our S. No, он пи. You gay? Это центральная точка. You moral gay, Дмитрий. Абсолютно гей. Идиот. Давай, Жека. Жека! Fuck you. Suck my balls. Fuck you, Дима. Блять, ну откуда? Слева стоит, Джек. Слева, слева, два танка. Слева, блять, ну ты куда ушел-то? Я ушел в ангар. Ты со мной ехать? Нет, да представь себе, меня убили. А, это не ты убил? Я убил и меня убили. Ёб твою мать, как ты сдох, как даун. Вот меня этот же ерзац. А я другого ерзаца слил. Пожалуйста, боги рандома. О, попал. Какой ты молодец, молодец. Спасибо. Сдохни, лох, мудаки. Тигр, тихо, Дима, тигр меня чуть... Меня чуть два раза тигр. Мне дали самолет. Дима, все, самолет. Представь себе. Блин. О, березки. Женя, блядь, ты чуть не сдох. Помнишь, мы на Ю-2 летали, у нас постоянно эта встреча с деревьями была. Я вижу вражеский остров. Блядь, ну пизда, да пошла ты нахуй. Подстраиваюсь к вам. Сзади. Принято. Подстраивайтесь. Необходима дозаправка, как слышите. Ой. Стреляй, блядь. Резко вверх. Я не могу вверх, мне не хватает скорости. Все, у тебя не хватает скорости, он... Соратник, я соратник, я второй. Я его подбил, но мне не засчитали. Молодец, Дима, просто браво. Тимплей. Ну мы с тобой, я. Чего мы разговариваем, как два еблана? Мы разговариваем, как... Парад. Коробочек, как слышно. Монеточка, спой этот. Ой, мне дали две золотые медали. Воздушный мультиудар. И воздушный мультиудар. Охуеть. Разнообразно. Коробочка. Да, монеточка. Мы у церкви. Пошлите очистимся. Ебали. От грехов. Сбоку меня, с борта. Сверни пушку, он нашего бьет. Нашего бьет. Чуть не прилетел. Ой, это хуй. Жек. Ой. Еще два года будем разворачивать. Что? Вот смотри на карту. Да. Сейчас там будет помечено. А, ну там да, я там. Ой, падаю, кажется. Буйк, как красиво. Я вижу немецкую фигню. Я не успел ее убить, блять.
мамы. Прям такие, как в Инстаграме. Пидиду. И познакомлюсь. Все решает обаяние. Е-е-е-е. Тун-тур-дун-тур-дун-тур-дун. О, годно, годно. Для наших танков заехать, платить точку одному. Просто. Как тебе живется с хуями в жопе? В диете я сижу, голодаю 8 дней. Ой, ёпта мать. На диете я сижу, писю негра я чешу. О! На диете я сижу. На диете я сижу, голодаю 8 дней, потихоньку я чешу свою красную девочку. Сколько можно нам чесать? Расчесалось все уже, снова кровь она идет. Ой, блядь. Потому что ветер дует, видишь? Это ветер, Женя, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, вольно видишь на просторе. Видимо, видел, даже преследовал, что-то от матери, он дал, может быть, что-то и от отца, но это не размер отца. Коничива, выйду из бара, ёбну кальмара, коничива, выйду на улицу, выебу курицу, коничива. Выйду на лошадь, выйду площадь. Правда. Калмистина, детка, правда. Нет. Проще позвонить, чем у кого-то пососать. Алло. 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 В бой. 6-4-5-3. Как сложно. О, а. Ёбнулся, что ли? Единственный аэродром, на котором есть аэродром. Ебать тебя прёт. Ебать тебя прёт. С тобой поделиться? Да, давай. Тогда прилетай ко мне на Пегасе. Пегасе? Ебать ты лох. На Пегасах только лохи летают, а я на своем мармеладном котлете. А, это не закрылки, это были шасси. Блять, Женя, успокойся. Внимание, пассажиры, постегните свои ремни, отправляется посадка. Пип. Ой, у меня оторвалась закрылка, а, блять, закрутила. Там есть холм. Холмистый. Холм? Холм. Он на горизонте прям, нахуй, холм. Холмистый холм. Холмистый холм. Пиздил просто вот так по лицу, ногами. Блин, ты сейчас на колоту похож. Такой же ёбан. Я вижу противника. На нашем аэродроме летают два долбоёба. Блять, смешно. Ой-ой-ой, внимание, долбоёбы, передаю еще раз. Внимание, вижу долбоёбов. Открываю огонь на поражение. Кого открыл? Кокпит. Сошо. Бля, целюк. Целюк? Не закрыт. А, я у меня просто выглядит. Ой, он еще давно передержаться будет. Всяк он того не слаб. Передержится русская. Охуенно.
Сейчас я полечу на одном крыле. 4, 3, 2, 1. Я еще сама правое крыло. Я вижу тебя, ты в город поехал. Да. В магазин. Ага. Ты за мной будешь вставать? Я смог. Идеально встал, вообще просто как батя. За раз. Ой, даже сверху посмотрю специально, не из кабины. Да, нормально. Прям вот. Понял, кто настоящий мастер? Просто на руле играю, вот. В этом весь секрет. Пиздабол. Он летит, такое ощущение, что он меня сейчас собьет. Вообще ничего, он типа приближается только. Я тоже вижу, он прям, блядь, за тобой летит. Такое ощущение, что он хочет поучаствовать в нашей миниатюре. Видишь меня? Да, вижу. Бах. Бах, Тандер. Смотри, он стал за нами ровно один в один. А может это чувак, слышь? А, это, блядь. Что это за хуйня вообще творилось? Он за мной, блядь, прикройте. Я не могу, у меня один двигатель выпал. Из кабины, что ли? Не, ну в смысле, у меня один двигатель отвалился, короче, и походу... А, у меня все двигатели отвалились, алло. Ну летите срочно на базу. Пикирую, я пикирую. Мне кажется, у меня нет шансов. Вдвоем за мной летят, он прям с этой. Совершаем маневрирование. Фамили! Фамили! Катапультируюсь нахуй. Коробочка, я подбит. Я успел катапультироваться. А я приземлился. Все, в пизду, пошли. Пошли, давай. Это знаешь, как на войне. Все в пизду. Улетаем отсюда, я не могу. У меня кабина маленькая. Да. У меня... Коробочка, не стреляй. Сейчас будет авария. Ебать, ты унесся. В лес. Да, в газон. А, дерево. Коробочка. Коробочка, всё, я тебе. Я заебался, пошли играть. В смысле, это будет Вьетнам или это будет... А это что будет? Левей. Бил? Нет. В смысле? Нет. Как? РБС 132. 4 штуки. Вы серьезно? Там больше, там 8 разве нет? Нет, я выстрелил его 4 штуки. О, оперный певец. Отъебитесь от меня. Нахуй я вам нужен? Котя, уебищный. Да. Ебать, мне звезда на полбашни, нахуя? Ты инвалид, что ли? Зачем ты это делал? Ну-ка, смотри. Чё там, не игра фри? В смысле? Попадаем, ведь чё я? Сейчас бы... Вы чья? Нахуй. Самолёты назвать... Ебать! А-а-а-а! Кончаю! Бывает. Блин! Блять, а где? Ой, тундра, блять. Да ебал, отъебись, пиздар ебаный, блять. Как ты бесишь, нахуй, если тебя отключили, хуй ты звонишь, еблан. Это тундра, блять, она меня сегодня ебать бесит, пиздец. Сегодня я играл на топах, это ебанутая, блять, игра. Это... Почему бы нам не сделать карту размером с полмира, нахуй, охуение. В борт, пу, пах. Алло. Здрасте. Ну и зачем ты такой пидор? А? Про
Россию у своей мамы. Мам! Чего? Зачем же я пидор? Так исторически сразу. Ну все, я понял. Димон, у тебя микрофон детский, голос. Как у бурундука. У тебя тот же самый голос. Он такой вот. О, господи. Да, мы тебя понимаем. Пиздец, дали помощь. Идите нахуй. Охуеть. Остановись-то. Женя. Женя, аутисты. Где? Они везде, Женя. Я на деревьях. Аутисты на деревьях. А. Женя, блядь, ложись, ложись, блядь! И что? Ебан. Тунду, как я ненавижу эту ху... Как сюда, блядь, перед самым выстрелом, сука, еду на него, ни одной кочки, ствол ни разу не затрясся, блядь. Только собрался стрелять сразу в яму какая. До того времени стабилизатор-то вообще никак нельзя было придумать, это ж пиздец сложно. Да, американцы придумали. Шерманы. Британцы придумали, ебать, совки ебать. Да ладно. Даже так нужно? Софики, да, он такие, чё, стабилизатор? Не, пусть танки, блядь, три. По полу меня нахуй. У нас поле, нахрена на стабилизатор. Ты так говоришь, как будто я не знаю. Все такие конструкторы танков собрались. Так, чё сегодня делать? Да, такие, да, он такие. Такие, блядь. Ребят, чё, короче, нам сказали сделать давай, танк. Какие-то стабилизаторы сделали, вы чё? Танк, короче, Сталин нас смотрите. Убьёт. Поехали. Да, танки, давай. Давайте, короче, я придумал. Сказали танк, значит его... танк. Смотрите, вот танк, короче. У него нет брони, короче, да? У него нет этих углов вертикальной наводки. У него нет стабилизатора. В общем, качели. Есть качели. Можете, когда резко останавливаетесь, можете там покачаться. Командир вам споет колыбель, вас стрельнут, и вы выстрелят. Ну да, пофиг, потому что немцы были под Москвой, захватили большую часть завода. Все, Дим, заткнись и возьми мои деньги. Мне нужен танк качать. Масло 157, ёбнуться. Это в рублях? Да. Подорожало, пиздец. Вода 187, 180. Охренеть, как вообще жить? 180, 190, вода. Вода 100, 190. Резко падает. Мы будем пить. Когда я хочу что-то сказать, мне становится все смешнее и смешнее. Я сделал последний фр. Пидор. Как он живет? Дурак, господи. Я по нему не попадаю, блядь, тупая игра! Гомосексуализм, боже, что за дебилизм? Ты видишь, блядь, самолет сверху меня? Я. А, ой, ёп! Ебать ты гей! Это как? Я ж по нему не попал. Итак, сегодня 21 декабря. День зимнего 2018 года в 19:45 по московскому времени, в день зимнего, кого-то там, солнцестояние, хватит. Женя конвертировал свой первый
Т-64А. Первый Т-64А, полное говно. Окей. Все, ставь его и пошли нагибать. Ну ты будешь просто смотреть, как нагибают. А будешь сосат. Хорошо, меня устраивает. О, ебать! Пошла нахуй. Как? Как? Ебать. Что происходит? Бля, с бронебойной лентой не пробивал Абрамса в бой. Аккумулятив что делает? Ой, меня подожгли. Все, Дима, я не доехал до города даже. Класс. Ты можешь потушиться же. Разве нет? Нет, не могу. Ну, первые ваши впечатления. Знаете, это очень плохая игра. Мне кажется, пора ее удалять. Какое количество хромосом? 40. Настя, пропадай сейчас. 40-50. Да. Короче, ниже погнали на со всей скоростью. У меня пенга. Три корабля! Бля! Тут три корабля! Бля! Вот пусть торпеды! Паранально. Чегось? Ничего себе. С этого момента подробней. Чего? Чё, блядь, господи, нахуй, я ненавижу его. Ааа, блядь, я уже зарядился нахуй мне наводчика этого, блядь, заряжающего. Чё происходит? Ты врезался, ты знаешь это? Ты по земле проскользил. Сука. Ааа, стреляют. Почему? Почему ты живой? Почему? Ты куда? Ебать! Ты нахуй!